Приветствую вас. Ну, на самом деле, такой отказ связан с различными условиями, социальными условиями, как правило. Это может быть негативный опыт близких людей, окружения, родных. Вот, это может быть определенно, если можно так выразиться, пропаганда или определенный образ алкоголя в голове, в сознании, в восприятии молодого человека. Это может быть определенная идея, которая по какой-то причине близка мужчине, и он старается ей, то есть этой идее, следовать. Ну вот, в принципе, наверное, это то, что можно было бы сказать. А вот, но в остальном ситуация следующая. С чего вы решили, что молодой человек обязательно начнет пить запойно, если он сейчас идет алкоголь? Ну, молодой человек может добробовать, конечно, хотя вероятность этого довольно низка. Если человек столько времени не употреблял, то вероятность того, что будет, но даже если попробует, вот, то, ну, на мой взгляд, если человек попробует, да, может быть с ним действительно случится что-то неприятное. То есть, например, человек действительно может, условно говоря, не проконтролировать эту историю, да, сейчас человек действительно может напиться достаточно сильно. Ну вот, вопрос возникает, что в этом страшного для вас? Ну, в смысле, ну, напьется, ну, да, и что дальше? В чем трудность, как бы? Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, не совсем понятно, о чем идет речь, точнее, понятно, конечно же. Я думаю, что речь идет о том, что вы, скорее всего, вы тревожитесь по поводу возможного запоя молодого человека, то есть у вас есть определенная тревога, вы чего-то боитесь, и вас это вот, собственно, беспокоит. Ну, это можно и нужно корректировать, вот, никаких проблем на мой взгляд в этой ситуации нет, и, вообще говоря, быть не может. Вот, то есть, если вы обратитесь к нам за помощью, то мы с радостью вам в этом смысле поможем. Вот. Только вы обратитесь.
То есть при памяти, что это ваша тревога. Ну и спросить у молодого человека про это тоже, тоже имеет смысл. То, что вы этого не сделали, да, то, что вы не спросили у него об этом это, конечно, вызывает определенные вопросы. Вот. Ну, например, такой вопрос, может быть, вы боитесь человека как-то вот обидеть, вот, может быть, вы боитесь как-то вот, ну, оттолкнуть его от, ну, от себя, вот, и прочее, прочее, прочее. Так что здесь, конечно, нужно вот смотреть на то, как вы себя чувствуете. Да, здесь нужно смотреть на то, как у вас отношения с молодым человеком и чего именно вы боитесь. Вот, но повторю еще раз, на всякий случай, что дело здесь исключительно для вашей тревожности. Вы боитесь чего-то, вы боитесь, что молодой человек будет пить, начнет пить. Вот, и, конечно, на мой взгляд, у этого есть определенные причины. Причинами могут быть, ну, например, ваш опыт негативный с, например, ну, алкоголизмом. То есть, если вы сталкивались с алкоголизмом, то, конечно, негативный опыт может быть. В таком случае имеет смысл посмотреть в первую очередь на свой собственный опыт. Вот. И преследовать его. Вот. Вполне вероятно, что вам это пройдет, вполне вероятно, что это вас определенным образом раскроет. Вот, и вполне вероятно, что вы сможете для себя что-то, ну, что-то увидеть, да, то есть вы вполне вероятно, что сможете для себя что-то новое открыть. Вот, хотя, конечно, все зависит от вашего желания работать над отношениями, например, как-то так. Вот, нет, нет, мужчина не обязательно будет напиваться, вот, совершенно не обязательно. И совершенно не обязательно мужчина будет да, находиться, ну, будет уходить в запой. Вот, уход в запой это достаточно такая серьезная серьезное проявление конфликта, вот, именно мужчина с самим собой. Вот. И к тому, что он не бьет сейчас, да, отношения не имеют абсолютно никак. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Вот, обратите, пожалуйста, свое внимание на то, что
вы тревожите, обратите, пожалуйста, на это внимание. Это очень, очень важный момент. Что вы боитесь и на то, что вы не очень искренне со своим молодым человеком, скорее всего. Вот. Если это все вот так, то в первую очередь нужно работать в этом направлении. Вот дальше уже все будет более-менее понятно. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если вам понравился мой ответ, уже буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.